Здравствуйте! Сегодня я бы хотела рассказать, как я начала работать с ручками и ножками. В далеком 2011 году я впервые сделала себе покрытие гель-лаком в салоне, и мне очень понравилось. Я посещала как дорогие, так и дешевые салоны красоты, но каждый раз мне резали кутикулу в кровь. В время декретного отпуска я решила заняться маникюром самостоятельно. Прошла несколько курсов. Технику отрабатывала на знакомых и родных. И теперь я никогда никого не режу. А маникюрное видео я выполняла с помощью камуфлирующих баз. Использовала сначала молочную подложку, затем шестигранники и камуфлирующую сиреневую базу. Все получилось очень быстро и красиво. Весь маникюр у меня занял примерно час с небольшим. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, понравилось ли вам видео. Буду ждать ваших комментариев и реакций. Спасибо за просмотр.